Ты не занят? Не, не очень. Что-то хотела? Ты не хотел бы немного подработать? Дядя сказал, что ему нужны курьеры на неполный рабочий день. Можно договориться? Не, мама, не пойду. Почему? Не собирайся за какие-то копейки по городу мотаться. У меня нет времени. Ты уверен, ты чуть-чуть не заработаешь? Ай, не, мама, не пойду, все. Ладно, ты на курсы идешь? Да, да, вот. Я на работе. Угу. Да. Здорово. Встретиться. Ну, давай минут через 15, окей? Угу, да. Ну и так вышло, что где-то дня два залипали с этими ребятами. Ну и по итогу пропустила репетицию. Кстати, когда следующая? Слушай, я как раз хотел поговорить об этом. Тебя нету уже третью неделю, а нам как бы работать надо. Не, ну чувак, я был занят. На следующий буду железным. Извини, дружище, мы уже нашли нового басиста. Без обид. Я не помешаю? Я вообще не заметил, как вы пришли. Ничего удивительного, люди вообще редко замечают, что происходит вокруг. Здесь вообще есть официант? Заведение уже закрыто вообще. Но я только пришел. Время часто летит быстрее, чем кажется. Это же я. Ну да. Пойдем еще посмотрим. Ну и где мы теперь? Ну а ты не видишь? Что я тут делаю? Ну, учеба не прошла даром, и теперь ты отправляешься на конференцию в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес? Ну да. Кстати, возле твоего отеля будет отличный кегельбан. Ну пойдем. Не надоело бегать по городу? Да нет, мне даже нравится. Ну что ж, в таком случае, надеюсь, мое предложение понравится всем больше. Предложение? Ты отлично работал весь год. И у меня есть для тебя место в офисе. Будешь координировать курьеров. Как тебе? Вау, круто. Кстати, и зарплата твоя будет 3 раза больше. Это ведь мое будущее? Ну, знаешь, нет. Пойдем, я себе кое-что покажу. Это моя квартира? Что здесь происходит? По-моему, отличная вечеринка. А где я? Вон. А кто ты?
занят. There she goes, my beautiful one. There she goes.